Тихом океане, за сотни миль от берегов Сахалина, трудятся дальневосточные рыбаки. Они осваивают новые районы промыслов. Иногда проходят недели, а то и месяцы, прежде чем удается отыскать косяк рыбы. Морозильный траулер «Пассионария», которым командует капитан-директор Григорий Иванович Милютин, всегда возвращается с полными трюмами. Заканчивается еще один день путины. На смену ему придет другой, такой же трудный, но радостный. Новый рабочий день новой пятилетки.